какую-то задачу. Теперь давайте я вам объясню одну вещь. И хотите, вы сами ответите на этот вопрос? Вот смотрите, может ли быть пробой вниз без объема? Да или нет? Может. А может ли быть пробой вниз с объемом? Да или нет? Так вот, смотрите, я сейчас вам просто элементарно покажу картинку и объясню, чтобы у нас не было никакой хрени о недопонимании. Давайте я сейчас вам открою картинку и объясню. Смотрите внимательно. У меня сейчас был семинар в Москве, и ровно на этом семинаре я показывал определенные картинки, живые. Да? Теперь смотрите внимательно. Вот есть уровень. Так? Картинки могут быть абсолютно разные. Смотрите. Если до этого, например, вот мы подходим сюда. Если до этого канал был прочищен и нету лимитных ордеров впереди, то вот этот пробой будет абсолютно вниз без объема. Почему? Потому что нету встречных лимитных ордеров. Дальше. Если вы видите, особенно такое бывает на криптовалюте, что в инструменте идет инструмент вниз, нету объема. Это значит, что нету встречных ордеров. Это значит, что инструмент никто не откупает. Поэтому хотите фантазируйте, хотите не фантазируйте. Еще раз объясняю. То, что Максим сказал, объем подтолкнет или вытащит, если это ЛП. Еще раз объясняю. Все, что вы делаете, Максим, вы пытаетесь подстроить что-то подо что-то, что я не делаю абсолютно. Объем может дать очень противоречивую информацию, поэтому я не даю объем. У меня есть объем на графике, но я объем учитываю очень аккуратно, потому что очень часто объем дает противоречивую информацию. Если инструмент очень сильно пролетел вниз, это просто означает то, что впереди нету лимитных ордеров и впереди нету встречных заявок. Вот если впереди есть уровень, и мы подходим к объему, с объемами, это абсолютно другое. То есть задача одна, задача понимать, что происходит. И когда кто-то пытается прикрутить какие-то объемы, еще раз объясняю, да, в каких-то ситуациях объем поможет. Но в большинстве случаев объем – это задание противоречивое. А теперь я вам покажу просто одну вещь, да? И сейчас я вам ее объясню. Итак, давайте вместе с вами посмотрим акцию Fisker. Вот смотрите, видите, у меня голые объемы. Да? Давайте я вам сейчас кое-что покажу. Чтобы никаких вопросов не было. Вот смотрите внимательно. У меня, видите, объемы не нарисованы. Сейчас. Я рекомендовал акцию Fisker ровно месяц назад. И ровно месяц назад, смотрите внимательно сейчас. Я купил себе акцию Fisker 5.28 по 13.02. Вот она, покупка. Да? Я не смотрел вообще на объем. Мне важна конфигурация построения графика, а не объем. Я могу поставить сюда объем, вообще никаких проблем. Вот он у меня есть. Вот здесь вот по 13 долларов мне бы объем ничего не дал. Понимаете? А был ложный пробой. И я бы здесь ничего не понял. Поэтому это очень спорный вопрос. Например, вот здесь вот. Что дает вот этот вот красный бар? Представьте себе, вы ничего не видите, увидели большой объем. 90% из вас после вот такого паранормального объема поставит инструмент на шорт. Посмотрите, что произошло. Вот, пожалуйста, я вам показываю. Я бы мог вам задать хитрый вопрос и гарантирую вам, что вы бы на него абсолютно не ответили. Абсолютно не ответили. Смотрите внимательно. Выкуп вниз, движение вниз, паранормальный объем, закрытие внизу. Все шортовые сигналы. А объем тем более. Посмотрите, что происходит дальше. На следующий день инструмент вырывает вверх. Поэтому еще раз объясняю вам одну вещь. Чем проще будут ваши торги, тем легче вы сможете торговать. И я вам только что это доказал. Да? Еще раз объясняю. Задача основная, особенно если вы торгуете, например, там, если вы Форекс торгуете, то там объемы мало что дают. Может, какие-то горизонтальные подтверждения какого-то уровня, да. Да. Поэтому вы должны понимать одну вещь, да, что объем может быть очень и очень противоречивым. У меня ни на одном инструменте нету вообще объемов. Я не смотрю.
Я могу смотреть, когда я могу посмотреть объем. Смотрите. Я вам, видите, все рисую на картинке. Не просто на словах, а на картинке. Вот если я вижу очень сильное падение, впереди какой-то дальний ретест, как мы сюда идем и как вот мы себя здесь ведем. Вот здесь я могу посмотреть объем. Если, например, выйдет какой-то большой паранормальный объем, я на следующий день или там через несколько дней могу смотреть, как инструмент себя ведет. Не более того, я не буду абсолютно зацикливаться на объеме, В первую очередь, да, я пойму одну вещь, что если есть большой объем, значит кто-то крупный просто его встретил. И это другой разговор. Дальше, я могу посмотреть объемы возле, например, каких-то очень сильных уровней. Да, вот здесь. Так? Вот здесь я могу посмотреть объем, посмотреть, встретят его или нет. Но я вам скажу честно, что торгую я 23 года, я вам показал только что картиночки, и мне абсолютно безразлично, мне абсолютно не нужен объем. Вот я несколько дней назад дал вот эту акцию QS, я дал акцию LI, посмотрите внимательно. Я даже не смотрел объемы. Абсолютно, да? Запомните одну вещь, очень важно. Чем больше у вас на картинке, на графике будет всего намешано, неважно, среднее скользящее, например, ну какие-то картиночки, да, элементарные, объемы, тем вам тяжелее будет торговать. Трейдинг должен быть простой, да, если вы будете говорить с каким-то адекватным там, крупным трейдером, то любой крупный трейдер вам скажет, что трейдинг, график должен быть простой. Чем больше на графике у вас намешано картинок, вообще всего подряд, индикаторы, неважно, или еще что-то, тем больше у вас будет проблем. Все. Так, давайте.